что ж, это у нас уже третья часть украшений мною сделанных. Вот такая интересная вещица. Бусины такой необычной формы. Эти бусины я покупала в Европе. Вот такие вот многорядные бусины, бусы, в которых и цепочки присутствуют, и орел, много всякой фурнитуры. Крошка каменная тут, разных-разных камушков. Есть и стекло. Много всего. Вот такое этническое украшение такое. Вот такое украшение. Тоже много рядов тут. 6 рядов. Тут кораллы, имитация бирюзы, стекло и даже пластик есть. Ну и бисер. Вот еще одно украшение из сетки. И браслет такой же. А это тоже из сетки, а внутри набит янтарь. У меня был мелкий янтарь без дырочек. Ну, без отверстий. Я его взяла и в сетку набила. Вот еще одно украшение из перламутра с бисером. Вот такой, конечно, летний вариант на загорелой коже. Очень хорошо смотреться будет. Такое буйство цвета. Вот эти бусы я недавно переделывала. Показывала вам. Ну, тоже черные. Черное и белое – это классика. Это стекло. И металлические бусины. И стеклянные еще. Вот такое украшение.
Не знаю, для меня очень, ну, чересчур яркое. Но есть же люди, которым нравится яркое такое. Ну, это симпатичное украшение из стекла и вот с таким срезом агата. Друзой с дыркой с такой, видите? Ну, такие вот миленькие такие, как ягодки, бусики на цепочке, на медной. И вот такие серьги. Серьги из агата, из голубого. Фурнитура под старинное серебро. Такой цвет прям яркий. Серьги из сердолика. Нарядные такие. Браслет из тигрового глаза. Ну, на тоненькую ручку. Это браслет двухрядный из агатов. Не знаю, это скрипочка или виолончель, не знаю, что это. Наверное, для музыкальной такой натуры. Три мужских браслета. Это лабрадорит. Тут тоже вот две бусинки лабрадорита. Это стекло. И бусины дзи. Мужчин-то тоже иногда радовать-то нужно. Еще вот такие вот нарядные серьги под жемчуг. Они длинненькие, но не тяжелые. Вот такой браслет и серьги к нему. Вот, девочки, авантюрин вот этот вот коричневый, а этот это камушек, а я забыла, как он называется. Диоксид? Нет, не диоксид. Как-то забыла. Ну, это ж когда надо, не вспомнишь, потом вспомнишь, когда не нужно будет. Эти серьги, прям не знаю, так они мне нравятся, но вы видите, они разные по цвету. Надо разбирать. А это серьги к жгуту, который на шее жгут из авантюрина.
Вот нашла серьги. Вот тоже браслет из авантюрина. Вот эти цепочки все, это все серебряные цепочки. Такой необычный, да, браслет получился. Вот такой браслетик вот с морской тематикой из агатов, из синеньких. Миленький такой. Вот такие длинные серьги получились у меня. Темно-синие из яшмы. Это коралл, только губчатый. Тоже неизвестный мне камень. Это индийский агат. Вот такие вот из черного агата серьги. Это серьги-гвоздики. Чароит. Очень красивый камень. Фиолетовый с прожилками. Ну и последние. Вот такие вот интересные серьги. Очень мелкие камушки, но это камушки. Там и авантюрин есть, и садолит, и, в общем, короче говоря, и агаты, все маленькие. Я просто собрала синих оттенков и сделала вот такие вот сережечки. Ну и пока на этом я заканчиваю. Будем работать дальше. Да, мои дорогие, как я вам и обещала, я телефон Натальи, нумеролога, написала под видео. Такой ветер поднялся. Под видео интервью с нумерологом.